Товарищ командующий, личный состав смешанной авиационной эскадрильи в честь дня формирования построят. Командир 32-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка, полковник Канарский. Транспортная наша эскадрилья будет решать очень большие задачи. Она будет решать задачи по совместным действиям с 55-й нашей бригадой мотострелковой, которая здесь дислоцируется. Будут решать задачи в ликвидации последствий, если, не дай бог, какая-то ситуация будет возникать. Всех еще раз поздравляю с перебазированием и, прежде всего, с формированием вашей авиационной эскадрильи. Задачи, которые будет выполнять эскадрилья, их очень много. Основные из них, первое, что это авиационное подразделение, это подготовка молодого летного состава, повышение уровня мастерства, подготовка к полетам в условиях горной местности с посадкой на высокогорные площадки, поисково-спасательное обеспечение запуска и посадки пилотируемых космических кораблей, перевозка личного состава как Центрального округа, так и 14-й армии ВСПО. Обеспечение боевой подготовки 55-й отдельной мотострелковой бригады горной. Ну и многие другие задачи, связанные с оказанием помощи при разрешении кризисных, чрезвычайных ситуаций, взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти.